Когда слониха привела своего детеныша покупаться и утолить жажду, она не подозревала, что их там уже поджидают. Как только они пришли, малыш тут же приступил к водным процедурам, а его мама, будучи на опыте, не теряла бдительности. И не зря. Ведь вскоре там всплыл крокодил, который явно был не против отведать молодого слоненка. Но слониха сразу же показала, что ему тут не рады. Амма-то сын.